Немало на земле людей, отмеченных Творцом. Они, как правило, задумчивы, спокойны, величавы. Их наградил Господь особенным венцом, определил путь тихой или громкой славы. Они в своем воображении видят то, что явью став, подарит наслаждение. Природы редкий уголок, аккорда тон, напомнят нам победные сражения. Напишет кто-то на картоне, на холсте зимы с отливом голубым картины. Представит неожиданных гостей из древнерусской повести, былины. Сюжетов тысячи, их радует все глаз. Влекут своей неповторимостью полотна, написанные давно, тревожит мысль сейчас. И у шедевров зрителей бесчетно, а кто-то слышит то, что недоступно для других. Мелодия становится наборы звуков, ноты, и потрясает песня, опера, симфония иных, и дарит чувства возвышенных и нежных взлеты. Мелодия звучит, преследует тебя, приводит в состояние особое. В ней автор дарит мысли и всего себя. В минуты радости или в часы суровые, из глыбы дикой, каменной или мраморной, фантазии руками чудотворца встает пред нами величавый, как живой, любимый всем известный образ полководца. Отжившие деревья, коряги и даже пни превращены в героев сказочного царства, так мастером большим. Все отработаны они, что составляет редкое скульптурное богатство, подобно золоту нетленно в жизни слова. Великих письмена в веках остались жить, в их мудрости и правде есть основа всего прекрасного, им надо дорожить. Немало на земле людей, отмеченных Творцом, несущих миру истину и образ красоты, неугасаемую память о великом и былом, основу человеческой любви и доброты.